Начали. Вы все здесь обслуживающий персонал. Это я тут решаю, когда начали, а когда нет. Вот сейчас начали. У меня в гостях сегодня инста-организация, запрещенная на территории Российской Федерации, «Самка». Так еще. Йоу. Всем йоу. Известно, что свой никнейм «Инста-самка» вы купили за 500 рублей у начинающей блогерши. Да. Предлагаю вам заработать, и за косарь готов его прямо сейчас забрать. Mm-hmm. Да? Все, теперь я инстасамка? Да. Был. Косарь. Вот это я, кстати, не подумал. Ну ладно, оставляйте пока что. В следующий раз уже 2 будет. Ну ты молодец, сразу подзаработать решила. Правда, что на ваше творчество вас вдохновил Александр Овечкин? Почему? Ну, ни он, ни вы не имеете отношения к музыке, я подумал, что... Типа, да. Нет, я ваш фанат, если честно. Спасибо. Мы стараемся. Угу. Ну, ладно. Для вас, для вас. Стараться — это вранье же. Или вы реально стараетесь? Да. Не, реально стараемся. Реально, я прям стараюсь. Да? Я прям просыпаюсь и стараюсь. Стараешься? Да. Ну все, мы верим. Инстасамка с утра просыпается и старается сразу, если что. У вас отменили много концертов. Это потому, что треки херня? Или? Или почему? Это потому, что на улице холодно, мы хотим летом. Вы на улице хотите делать? Нет, ну... Мы же, когда прилетаем и выходим с аэропорта, мы же на улицу выходим. Ты знаешь, как холодно в, например, Екатеринбурге? Даже зимой. Не представляю. Не представляешь? Нет. -31, может быть, -35. В одном интервью вы с большой теплотой отзывались о маме и бабушке. Цитата. «Они сделали меня такой, какая я есть». Получается, ваша мама и бабушка хирурги? Типа сшили меня. Ну да. Франкенштейна по кусочкам собрали. Да, они хирурги? Ну такие, да, в своей сфере. В медицине называется. Ну типа, да. А скучаете по временам, когда вы были русалкой? В смысле? Ну, у вас есть ноги, а ей нет голоса. Это же очевидно. И через каждые несколько вопросов будете меня так подъебывать, типа, грязно, да? За голос? Ну, за все. Да я не подъебываю. А голос есть? Я вообще-то вокалом занимаюсь. Да? Уже давно. 3 месяца. 3 месяца? Да. А какие упражнения есть у вас в арсенале? Ну, я думаю, что классные артисты не раскрывают своих методов, поэтому... Ну, есть там тебе рассказать? Ну, типа, да. Ну, ля, можете, допустим, ля... Ну, вот по нотам, ну, я не подскажу, я не учу. Да, да, этого вот, еще, да, надо. Это как бы... Угу. Тайт или кипячение? Смотря для чего, для вещей. Ну, это просто вот, на подумать. Ну, так или так я отвечу, то что? Ну, это зависит, получишь ты приз или нет. Слушай, ну, наверное, тайт. То есть ваш окончательный ответ – тайт? Да. Неправильно. Почему кипячение? Кипячение. Ну вот, правильный ответ – кипячение. Не получится, к сожалению, приз. А какой был приз? 30 миллионов рублей. Ну ладно, это еще норм. Недавно вам подарили комп за 23 миллиона рублей. Да, было такое. Это вы очень заранее готовитесь к выходу GTA 63 или что? Почему 63? Давай перефразирую. На кой хуй тебе такой комп, мать? Вам вообще плевать на бабки? У меня есть недопитый кефир, могу за лям отдать. Куда потратишь лям? Хороший вопрос. Наверное, куплю себе комп и тачку. Окей. Okay. Что? Окей. Окей.
тоже переведите, что это значит потом в субтитрах. Поклонники часто обсуждают ваши губы и грудь. Не кажется, что эти темы сильно раздуты? Ну, я думаю, что не только они обсуждают губы и грудь. Я думаю, что много чего можно обсудить еще. А у вас заячья губа? Нет, моя. Скажите, у человека не может быть такой губы. Не хотели бы отвечать на этот вопрос? Нет. Может, не под камеру, это зайца? Честно, да. Не хотела бы это просто обсуждать. Было 8 операций. А у зайца сейчас ваша? Да, он в ахуе. Я представляю, кому он ахуе сейчас. Ну, прикольно все равно. Я думаю, он тоже... Поменялись так. Конечно. Зайцу, блин, вообще респект. В школе вас часто обижали. А теперь вас слушают в основном школьники. Нет ощущения, что вы уже достаточно им отомстили и можно остановиться? Да, поэтому меня сейчас слушают взрослые. Реально? Реально взрослые? Ну, меня слушают, да, от, не знаю, от нуля до, наверное... Трех? 40, я думаю, 5 до 50. Не только дети, так что... Обновляйте информацию. Хорошо, ну это, да, это старая информация, угу. Вчерашняя. Вас булили в школе. А как вас называли? Чмоша? Нет. Страшила? Нет. Собака? Почти, но нет. Жопу с ушами? У меня тогда еще не было жопы. Нет. Говно в сланцах? Ну, кстати, хорошая идея, но нет. Нет? Блин, а как? Просто я все варианты уже перечислил. Меня так в школе называли, получается, меня не булили? Говно в сланцах тебя называли? Говно в сланцах. Но я в сланцах ходил. Жарко было. В школе. Это реально сейчас? Ну, это реально тебя так назвали? Ну, да. Жаль. Да, я хотел бы чуть-чуть вернуться. Вы сказали, что жопа у вас потом появилась. А во сколько у вас жопа сформировалась? Просто она обычно с нуля лет. 21 год. Жопа появилась 21 год? Да. У меня жопа вообще с первого дня. Ну, у меня вот 21 год. Мне Тимур Хайдаров помог. Тимур сделать... Хайдаров? Да, сделать. Тимур Хайдаров, большой привет. Тимур, привет. Спасибо тебе за... Мой дружище. Подарок. Да, спасибо за жопу. А как ты без жопы жила? Ну, я думала, что она была... То есть я не... Типа фантомная жопа? Да. Но это все равно фактически жопа была? Ну, функции выполняла все такие, как... Какие функции у жопы? Ну, это уже секрет. Секретные функции? Жопы. Секретные функции жопы. Тоже, если знаете, бегом в комментарии и пишите. Ваша цитата. «Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил, мне муж купил». Если вы не можете ничего купить сама, воспользуйтесь бесплатной кредитной картой Альфа-банка с кэшбэком за все покупки и бесплатным снятием наличных. Вы вышли замуж за манекена. А нахер он вам нужен, если просто в дорогих шмотках стоит и ничего не делает? Ну, ты, наверное, про другого манекена говоришь. Мой продюсер. Я понял, я про него и говорю. Ну, ладно. Окей. Кстати, не нашел клипов манекена на Порнохабе? Он что-то вроде не выкладывает. Почему? Это же дрочь. Можешь посмотреть на Ютубе. А там можно такое выкладывать? Да, мы выкладываем. В одном интервью вы сказали, что все, к чему вы прикасаетесь, становится популярным. Получается, да. Вы до сих пор ни разу не прикасались к мужу? Потрогали хотя бы разочек бы? Муж все-таки. Очень смешно. Благодарю. Вы трогали? Да, много раз. Да? Где? Можно не отвечать, но ответьте, пожалуйста. Не буду отвечать. Оставим это. За руку трогали? За руку трогала. Этого достаточно. Ваш муж – бывший футболист. Он бывший футболист, он даже играл в Орландо-Сити и ездил в Америку, играл там в футбол. Я им очень горжусь, и он реально лучший.
Спорим, я его в футбиче легко уделаю? Он тебя разъебет. Давай так, если это видео соберет 500 тысяч лайков, я собираю свою команду, а он свою. И устраиваем... Чтобы опозориться по полной? И устраиваем матч нормальный. Окей. Окей. Давайте устроим. Ребят, эту зарубу. Сделайте это. Пожалуйста. За Орландо Блум. У вас много татуировок. Не боитесь, что спросят за них? Кто спрашивает будет? Я. Ну, они, кстати, ничего такого не значат. Ну, вот это корона Rolex. Ага. Вот это просто собачий рот. Пасть собачий такая. Рот? Такой. Угу. Шанелька. Вот. Шанелька. Бой. Да. Вот эта африканская татуировка означает терпение. Ну, вот такая единственная со смыслом. Типа единственная. Да. Собачий рот ничего в себе не несет. Ну, такой свек. Хотя немножечко, да. А, мой дед просил вам передать, что вы очень на внука его похожи. У тебя получается? Да. Но там уже совсем маразм. Я очень жаль. Да. Старый уже. 49 лет. Вы родились в Тобольске. Кстати, был в Тобольске, видел ваш памятник. Круто получились. Ну, я пока что не поставила себе памятник в Тобольске. Реально? Ну, в планах есть, да. Подожди, на площади Ленина не вы вот так вот стоите? Нет. Блин, кто это? Пишите в комментариях, кто знает, стоит Даша памятник или нет. Я думаю, когда я буду ставить там памятник, там уже вообще можно все будет. Да? Ну, Тобольск — это город возможностей. Да. Блин, круто. Молодец. Хорошая, кстати, цель у тебя — памятник поставить. Да. При жизни только у тебя и у Криштиану Роналду. У Криштиану Роналду есть памятник при жизни? Да. Класс. В Тобольске. Тоже в Тобольске? Да. Найс. Найс. В одном из интервью вы говорили, что за 2 года, проведенные в Дубае, вы повзрослели. Ну, тогда, на 2 года. Получается, что так. Все, просто, ну, разобрались. А вы верите в уринотерапию? Нет. Зря. А ты веришь? Да, я вообще делаю, что хочу. Не звоню врачу, а пью мачо. Нормально. Поняла? Переделка. Это за деньги, да. Переделка. Мой который. А, трек. Ну да. Вы все за деньги, да. Получается, на поле чудес вы деньги выберете, а не приз. Никакой интриги. Наверное, деньги выберу, да. Если вот приз или деньги, деньги? Да. А если там гусь? Ну, я расстроюсь. И вы знаете об этом? Скорее всего, расплачусь, но деньги все равно. Все равно важнее. Да, чем гусь. Муси-пуси или пуси-джуси? Второй вариант. Пуси-джуси. Да. Я тоже его выбрал. Почему? Мне больше нравится, больше по смыслу. Какой смысл для себя ты находишь? Ну, мне нравится то, что пуси, джуси, типа свежая, свежая пизда. Это, я думаю, правильно. У вас был конфликт с клавиатурой Кокой. Из-за чего? С Клавой? А, ну понятно, из-за чего. Из-за этого панибратства, наверное. Ей лет под сраку. Она тебе в матеря годится. Какая Клава? Клавиатура. Полное имя. Я буду знать. Да. Так что в следующий раз, если ее увидишь, я скажу: здравствуйте, клавиатура. Кстати, да, я реально так скажу. Скажи. У вас была фотосессия в стиле инопланетян. А как насчет фотосессии в стиле землян? Ну, группы. Там усы наклеим, синтезатор дадим. И снится она. Ну, это я знаю, да, но я не знала, как они выглядят. Как земляне обычные. Неизвестный облил вас зеленкой на улице. Получше стало или не зажило? Типа я больная какая-то? Типа у меня что-то болит? Или что? Ну, а зачем обливаться зеленкой? Я обливаюсь только, если у меня что-то болит. Мочой. Ну, мочой — это уринотерапия, это от кашля ты путаешь. А если, допустим, у меня голова болит или что-то, я зеленку выливаю. На самом деле я сама себя облила. Да? Да. А что, неаккуратно просто смазалась? Ну, просто сторис поснимать.
Просто облила зеленкой такая вот. Да, и сторис поснимала. Ну, что-нибудь получше стало все равно на лице, условно, там что-нибудь зажило. Ну, блин, я потом ацетоном на самом деле это отмывала. Да? Ну, не зеленка очень. Сложно, да, отмывается. Ну, да. Вам 23 года. Да. Это же сколько херни вы еще успеете наделать? Да, я думаю, нормально. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. А вы до скольки бы хотели дожить? Я думаю, до 300 где-то. Но я надеюсь лет. На... Да. Но я надеюсь на то, что врачи сделают что-нибудь прикольное такое. Ну, у меня прадед тоже надеялся на это. Ну, смотря в каком это все состоянии будет. Понимаешь? Там за правнуками моим присмотри, ладно? Чего, чтобы они херню не страдали. Хорошо. Я думаю, я тогда уже размножусь к тому времени, когда у тебя будут правнуки. Я думаю, что я себя уже клонирую, наверное... Чтобы делать много всего. Что ты наделать-то хочешь? Может, не надо клонировать? А? По-честному. Они все до 300 лет твои клоны тоже будут жить, да? Да. Ну, я думаю, да. Кто вам дороже? Я или маме? Думаю, что маме. С чего такой вопрос? Мне вообще пофиг на тебя. Я тебя первый раз вижу. Ну, просто чтоб ты знал. Ну, теперь я, да. Спасибо. Ну. Ты пытаешься заплакать? Не, я не буду. Потом хочешь. Вам правда мама дороже? Конечно, да. Я думаю, что мама — это святое. Не, я не спрашивал, кто из нас святой. Я просто спросил, кто вам дороже. Мама дороже всего на свете, а ты вообще, типа, тебя нет. Ты-то тут при чем вообще? Угу. Она меня рожала. Она меня воспитывала. Она меня кормила. Она меня любила. Она со мной была всегда, когда мне было тяжело. Мои хорошие качества все нахер, да, идут, которые сейчас были. Все в помойку. Твои качества и вообще твои чувства. Просто срать. Просто похуй. Вы выступаете под фанеру? Уже нет. Встречаетесь с манекеном? Так. Сделали пластику? У вас в жизни есть хоть что-то настоящее? Сложный вопрос. Я иногда даже не понимаю, настоящее все, что происходит или нет. Угу. Поэтому я не знаю, как ответить на этот вопрос. У меня закончились вопросы, но можете еще минутку посидеть тут? Я думаю, что нет, потому что время уже... Да. Но... Мы уже уходим, мы согласовали тайминг, поэтому не получится. Но мне надо очень сильно. Спасибо. Пока. Чуть-чуть.